Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Еще раз сразу хочу вас поздравить с наступившим Новым годом, с Рождеством, пожелать вам всего-всего самого хорошего. Ну, а я к вам возвращаюсь с перезагрузкой, с подготовкой и настроем на новую рабочую неделю, потому что каникулы подходят к концу. И начать я хочу с рецептов. Я снимала кое-какие рецепты, то, что готовила на рождественский обед. Нарезала уже лук, буду готовить жульен с лесными грибами. Не хватило нам его на Новый год, поэтому решила повторить на Рождество. И также хочу приготовить салат с баклажаном, с болгарским перчиком и очень вкусной заправкой. Поэтому сейчас я очистила и нарезаю на крупный кубик 3 баклажана, заливаю их водой и засыпаю солью. Кстати говоря, моя такая небольшая уловка, когда обжариваю лук, добавляю немножко сахара, так вкус лука раскрывается еще больше. Ну вот, баклажаны я нарезала, залила водой, добавила соль и сейчас оставляю их минут на 30 постоять, чтобы вся горечь вышла. Лук у меня тоже готов, я его довела прям до мягкости. И перекладываю в емкость, сейчас на этой же сковороде буду обжаривать лесные грибы. Для рецепта в равных пропорциях я использую подберезовики и белые грибы. Мы их сами собираем в лесу, потом чистим, промываем, отвариваем, поэтому они сейчас в замороженном виде. Не нужно, чтобы они разморозились, и в принципе их достаточно будет проварить, ну вот продержать на сковороде минут 10. Пока они у меня готовятся, я подготавливаю болгарский перчик для нашего салатика, его необходимо мелко нарезать. Салатик этот очень вкусный, делилась с вами рецептом видео, которое, наверное, вышло в ноябре. Хотела я его приготовить на Новый год, но что-то было и так много всего, что, несмотря на то, что ингредиенты были куплены, решила я отложить его до Рождества. И вот, наконец-таки, дошли руки, готовлю его. Готовьте сразу побольше, если, знаете, любите сочетание такое кисло-сладкое, остринку. Ну, безумно вкусный салат. Готовьте сразу двойную порцию. Также в этот салат у нас пойдет кинза, такой хороший пучок берите, и зеленый лук. Тоже необходимо все промыть, просушить. Я сразу листочки отделяю от стебельков, чтобы стебли вот эти жесткие не попадались. Еще потребуется зеленый лук, не помню, сказала вам или нет. Зелень просушиваю, кстати, девчата. Такие классные мне попались полотенца, я вам попозже покажу их название, не помню, где покупала, лежали они у меня, и вот закончились и попались под руки, очень крутые, тем, что, например, когда вы просушиваете какие-то продукты, они не прилипают к нему, не начинают расслаиваться, в общем, полотенчика остается целое. Хотела вас, кстати говоря, спросить, несмотря на то, что когда я делюсь каким-то новогодним меню, рецептами, всегда стараюсь для вас придумать что-то новенькое, найти что-то интересное, тем не менее, сама на новогодний стол я готовлю такие старые, добрые, проверенные рецепты, и только несколько могу, например, горячее блюдо, что-то добавить новенькое. А как с этим у вас? Я добавила грибам лук, посолила, добавляю сливки. Если использовать хорошие сливки, то никакая там ни мука, ничего не понадобится, буквально пару минут, все уваривается, и, собственно говоря, наш жульен готов. Сегодня хочу его запекать в слоеном тесте. Рублю кинзу, кинзы не жалейте, она в этом салате дает свежесть и прям выгодно его подчеркивает. Я к кинзе отношусь, так скажем, ровно, обычно я использую либо петрушку, либо укроп, вот, ну не так, что, знаете, ее совсем не переношу, но в этом салате она прям раскрывается и думаю, даже ее заменять ничем не нужно. Зеленый лук тоже подготовила и теперь нарезаю меленько-меленько. И насчет бумажных полотенец показываю вам название, не знаю, там название, марка, что это, по-моему, приобретала я их в Ашане. Думаю, можно посмотреть на Озон, на Валберес, вот прям действительно стоящие. Но я, к сожалению, сейчас даже и не помню, почем они там были, за сколько я их купила, но то, что однозначно буду повторять, это 100%. Я, кстати говоря, для себя заметила, что мне вот такой вариант, что они расположены как салфеточки, нравится гораздо больше, чем когда они у меня такие вот отрывные были, прям очень-очень удобно пользоваться. Всю зелень добавила я уже к нарезанному перчику, и сейчас нарезаю курочку на еще один салат.
Очень люблю этот салат с пекинской капустой, с яйцом, с куриным филе и с кукурузой. Просто идеальное сочетание. И чем он мне нравится? Тем, что можно его миксовать. Можно, как он будет вкусный с майонезом, как он будет вкусный с греческим йогуртом и там, допустим, горчицей. Также он очень вкусный с маслом. Я, например, ем его просто с растительным маслом. Вот, идеально. Знаете, кому что больше нравится, майонезный салат или на основе масла, тот так и заправит. Сейчас разбираю пекинскую капусту, удаляю жесткую часть, вот, и зеленые листочки, такие мягкие, просто порежу на небольшие кусочки. Также я сюда сейчас порежу яйца, добавлю консервированную кукурузу, ну и куриное филе я нарезала. И, девчата, хочу вам сейчас ответить на самый-самый популярный вопрос, и преследует он меня уже на протяжении нескольких месяцев. Да, девчата, на самом деле наша семья в ожидании пополнения третьего ребеночка, в общем-то, наконец-то я готова сама поделиться с вами этой новостью. Но, как вы могли уже догадаться, для меня это вопрос такой очень личный, и долгое время мне потребовалось, чтобы как-то собраться, вам все это сказать. Я не буду тиражировать это, не буду выносить в заголовки видео еще как-то, девчата. И очень попрошу вас также уважать мои личные границы, и, пожалуйста, вы знаете, не лезьте в душу. Все, что нужно, когда я захочу, я обязательно с вами поделюсь, обязательно вам расскажу. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем тем девчатам, которые, возможно, догадывались, возможно, замечали и так далее, но им хватило так-то промолчать и дождаться того момента, когда я сама посчитаю нужным это озвучить, сказать. Огромнейшее вам спасибо, девочки, за это. Ну а девчонкам, которые очень некорректно спрашивали, кто-то требовал буквально моего признания и так далее, я просто хочу сказать, не знаю, мама вы или нет, но если вы уже мама, то, наверное, вы со своей второй половинкой сами решали, когда и кому и как об этом сообщить. И далеко не каждая девушка готова, знаете, после того, как она сделала тест, бежать и каждому встречному, поперечному об этом рассказывать. Наверное, есть какие-то критичные моменты, да, в котором паре важно удостовериться, что все хорошо, чтобы делиться таким счастливым событием с окружающими. Так вот, девчата, я не исключение, и когда я посчитала нужным, тогда я поделилась. Огромнейшее спасибо вам за понимание. Ну и пока я рассказывала, я нарезала картофель, буду запекать его в духовке. Времени не так много до рождественского обеда, и чтобы как бы ускорить этот процесс, я картофель нарезаю, довожу до кипения, отвариваю буквально пару минуток, а потом его просто отправляю в духовку. Можно добавить специи, добавляю сметану и на гриле подрумяниваю картошечку. Вот такой у нас будет гарнир. Основное блюдо у нас куриный шашлык. Муж его готовит на гриле. Ну, а я жульен переложила в слоеное тесто. Оно у меня бездрожжевое, раскатала. Сверху хочу добавить сыр камамбер. Ну и просто защипну слоеное тесто. Вот и все. Отправлю в духовку. 200 градусов. Режим у меня конвекция. Отправляю, готовлю до румяной корочки, чтобы тесто приготовилось, ну, минут, наверное, 20. Сверху я смазываю сливками. Мне не нравится яйцо, а сливки замечательно работают. Девчата, еще пару слов о моем новом статусе. Я уже с вами поделилась, возможно, дальше будет проще. Я с вами поделюсь и полом, и сроком, и покупками. В общем, посмотрим, ничего не могу говорить. Но пока я очень прошу, не нужно обсуждать в комментариях, гадать, кто у нас, какой у нас срок, потому что мы уже знаем наверняка. Единственное, что вам скажу, что половина беременности уже точно позади. Вот. Ну а дальше по мере желания буду с вами всем-всем-всем делиться. Надеюсь, еще раз хочу сказать на ваше понимание. В салат, который я готовлю с баклажаном, я решила еще добавить кабачок, у меня остался. Вот поэтому его очищаю и нарезаю на приблизительно такой же кубик, как и баклажан. Баклажаны, как прошло 30 минут, в общем, я с них слила воду и поместила в дуршлаг, чтобы вся жидкость стекла, но потом я их буду сейчас посыпать
смешивать солью и кукурузным крахмалом, я после того, как их просушила в дуршлаге, еще бумажным полотенцем так промокнула, чтобы они были по суше. Сейчас добавляю соль, добавляю кукурузный крахмал. Я добавляю, честно говоря, на глаз. Вот сколько возьмет, чтобы каждый кусочек он был покрыт как панировкой кукурузным крахмалом. И дальше обжариваем на сковороде на раскаленном масле до готовности. Ну, там минут, наверное, 6 у меня это все на это все потребовалось. Ну а теперь самое интересное в этом салате – это заправка. Я выдавила сюда пол зубчика чеснока и дальше абсолютно на глаз добавляю кисло-сладкий соус, он немножко со остринкой. Дальше добавляю соевый соус, кунжутное масло и мед. Точные пропорции я вам не говорю, начните просто по одной столовой ложке. Попробуйте, как вам сочетание, и в зависимости от того, чего вам больше хочется, соли, сладости, остринки, добавляйте тот или иной ингредиент. Добавила я туда уже баклажан, и все готово. В общем, показываю наш рождественский стол. Здесь у нас запеченная кукуруза, потому что детки ее обожают. Мама моя приготовила салат с крабовыми палочками, здесь салат с пекинской капустой. Там тоже уже виднеется жульен, который готов. Муж приготовил шашлык, и сейчас нам осталось только дождаться картошечки. Вот жульенчик, красавчик, любим мы его, повторюсь, не наелись на Новый год. Салат сделала 2 порции, мы его очень любим, и разложила по разным тарелочкам. Картошечка тоже приготовилась, вот такая она румяная, и еще мама на Рождество приготовила тортик. Сейчас вам его покажу. Он очень вкусный, безе. Не знаю, какой она делает крем, на основе чего. Там сливки, еще что-то. И также она делает прослойку из ягодного конфи. Сбрызгивает. В общем, дети у меня обожают торт безе. Ну и что тут греха таить. Все мы его очень-очень любим. С удовольствием едим на праздники. Очень много людей, особенно сейчас, оказавшись в кризисной ситуации, хотели бы иметь свой личный капитал и жить на проценты с этого капитала. Сейчас, особенно в условиях неопределенности, важно иметь свой личный финансовый план и знать, как распоряжаться деньгами. Чтобы не растеряться в условиях кризиса, важно действовать здесь и сейчас. Сейчас у людей есть доступ практически к любой информации, так почему же она им никак не помогает? Например, почему не можете до сих пор сформировать свой личный капитал? Причин множество, но вот основные. Первое – это отсутствие действий. Наличие нужной информации еще не гарантирует вам результат. Второе – это отсутствие системности. Здесь важна дисциплина и регулярность. Третье – это присутствие жадности, когда хочется очень быстрого результата, хочется результата здесь и сейчас, но так не бывает, ведь капитал формируется годами. Посетите бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один – обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не лезли в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Задача вторая – приумножать кратно вашим сохраненным деньгам пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своему капиталу и обрести финансовую свободу. А из этих двух задач уже вытекают другие. Как выбраться из долгов, даже если это миллионы? Как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимать себя во всем? Как обеспечивать финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам в жизни? И так далее. Все это возможно, даже если у вас семейный доход 30 или 40 тысяч рублей в месяц. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс в описании под видео.
Как вы догадались, я сейчас буду обрабатывать деревянную посуду. Я не делала этого очень давно, уже, наверное, год. Но если вы любите деревянную посуду, вы, наверное, знаете, что за ней нужно ухаживать. У меня вообще раньше было, по-моему, это минеральное масло или как-то так называлось, из Икеи. Я не знаю, куда оно у меня пропало. Была практически полная бутылочка. Вот сейчас решила обрабатывать и не нашла. Поэтому обрабатываю тем, что есть, оливковым маслом. Делаю это первый раз. И когда вот делала, я сомневалась, а вдруг появится какой-то запах неприятный, еще что-то, ну как масло себя поведет. Но все в порядке, вот сейчас уже вечер, и масло впиталось, вся посуда высохла, и никакого неприятного запаха пока нет. Надеюсь, так и будет дальше, потому что, если честно, с оливковым маслом мне понравилось работать гораздо больше, чем с маслом из Икеи. Его как-то втираешь-втираешь, и вообще не видно эффекта, да, цвету древесины не меняется, то есть не наполняется дерево, а здесь прям очень здорово, мне понравилось, обработала практически все. У меня еще, кстати, достаточно много контейнеров с бамбуковыми крышками в холодильнике, поэтому их и часть деревянной еще посуды я решила вторым этапом обработать. В общем, как мы там все доедим с рождественского стола, буду еще раз обрабатывать всю деревянную посуду. Ну вот на сегодняшний момент прям оливковым маслом мне понравилось очень-очень. Знаю, что это нужно делать там буквально каждые 3 месяца. Кто-то еще такой наждачной бумажкой проходит, чтобы, если есть, да, какие-то заусенцы, сделать поверхность идеально ровной. В общем-то, я так не заморачивалась. У меня, в принципе, все приборы, доски, все гладенькие, поэтому просто прошлась маслом, и все, все теперь как новенькое. Вот высыхало у меня до вечера, что-то лучше впитало, что-то похуже. Вот буквально несколько предметов я оставила, думаю, до завтрашнего утра, пускай они постоят у меня, и дальше уже либо протру, промою, вот, надеюсь, что, в общем, все впитается у меня. Ну и решила я протереть духовку, потому что есть подтеки, они меня немножко раздражают, вот, поэтому решила тоже вытереть, использую просто тряпочку, никакими даже средствами специальными не пользуюсь. Ну и решила я в преддверии новой рабочей недели навести порядок в холодильнике, вот, там практически ничего нет, кроме готовой еды. Нужно будет составлять список, составлять меню на следующую неделю. В конце видео поделюсь с вами, что я планирую готовить. Вот, и буду закупаться. Но сначала нужно привести порядок, в порядок холодильник. Поэтому сейчас все достаю и буду его промывать. Никакие специальные средства в уборке холодильника я не использую. У меня это просто горячая вода и средства для мытья посуды. В принципе, все замечательно отходит. Даже просто распылив горячую воду, вот если там что-то прилипло, у вас пристало, это моментально все оттаивает, растворяется, и даже можно никакой химии, такую легкую, да, как жидкое мыло или там средство для мытья посуды, не использовать. Но у меня есть несколько желтых пятнышек на холодильнике там внутри, где, знаете, вот корзинки эти под фрукты, под овощи. Я хочу попробовать использовать там перкарбонат натрия, вот этот пятновыводитель, отбеливатель, посмотреть, справится он или нет, уберет ли вот эти вот
пятнышки. Очень хочется все-таки мне их, чтобы их вообще в холодильнике не было. И я знаю, девчата, что нужно выключать бытовую технику, когда вы ей пользуетесь, значит, когда вы ее моете, чистите, обязательно так делайте. Я так не делаю. Более того, когда отключается свет в холодильнике, я уже не вижу, где там пятно, где там какие-то разводы, поэтому я все равно включаю свет. Вот, но если вы так строго по технике безопасности, естественно, нужно отключать. Просто если бы я даже следовала этим рекомендациям, я бы, наверное, свою технику на кухне мыла бы раз в год, потому что, естественно, сама я холодильник не выдвину. Духовой шкаф, который встроен, я тоже не выдвину сама, ровным счетом, как и микроволновку, поэтому ту-ту-ту, пока все нормально работает, в общем-то и мой я при включенном режиме. Я все вымыла, вытерла насухо, и теперь самое приятное, расставляем баночки. Ну и решила я переложить жульен, который у меня остался тоже в контейнер. Его просто было много после стола, поэтому я прям положила сначала в форме. Ну и также масло нужно переложить, корейскую морковку. В общем, все убираю по контейнерам, чтобы было аккуратненько, и возвращаю в холодильник. На этом, в принципе, моя уборка холодильника закончена. После обеда решила продолжить заниматься посудой. Нужно мне очистить термос, термокружку от налета кофейного, чайного. Плюс у меня есть бутылочка из-под масла, такая маленькая. Ну и чтобы тоже не заморачиваться, решила я ее замочить вместе с термосом. И сегодня хочу вывести пятна с двух своих белых футболок. С Валберис пришел мне кислородный отбеливатель от марки Brand Free. У него очень хорошая цена, он 100% перкарбонат. Вы знаете, как я обожаю, как перкарбонат помогает мне справляться с делами по дому. И на него была просто отличная цена, отличные отзывы. Вот так вот он выглядит. И как раз таки при помощи него я сегодня буду выводить пятна с одежды и отмывать посуду. Вообще, если вы не знаете, то у таких кислородных отбеливателей
отбеливатель. Огромный спектр применения – это не только отбеливание вещей. Для чего лично я использую? Для одежды можно выводить пятна. Для ванны, раковины, сантехники, кафель тоже можно отмыть с вискового налета, или, возможно, у вас какие-то потеки ржавые. Можно чистить ковры, можно чистить мебель, посуду, как я сейчас. Можно избавляться от засоров, бороться с плесенью. В общем-то, обувь чистить, например, белую подошву, просто усилить порошок и, например, избавиться от запаха. Я вот сейчас буду чистить как раз-таки термос и термокружку и вот эту вот баночку от жира. Там я буду от чайно-кофейного налета, вот такая еще у меня кружечка одна нашла с налетом. Потом у меня там, вот видите, силиконовая крышечка от термокружки. Конечно, силикон не очистится, потому что если силикон окрасился, то как бы тут уже ничего не поможет. Но зато это поможет избавиться от кофейного запаха, потому что вы знаете, да, что когда, например, термокружку после кофе наливаешь чай, очень отдает этот кофейный аромат, мне хочется его перебить. Очень удобно, что на упаковке есть инструкция. Первый раз, если честно, такое встречаю. Сейчас как раз по инструкции все и сделаю. Конечно, мне кажется, самое интересное посмотреть до-после. Результат действительно потрясающий. Будете спрашивать, где приобрести, девчата, я заказывала на Wildberries, также есть на Озон. Ссылочку оставлю, переходите, заказывайте. Это просто палочка-выручалочка, должна быть у каждой хозяйки. Ну и, конечно, самое интересное, средство буквально выталкивает грязь. У меня сейчас еще термос не настолько запачкан, а вот если первый раз его отмывать, то прям хлопья грязи будут отходить. И все это происходит прямо на глазах. Посуду я уже промыла, видели результат, сейчас буду очищать плейсмат, первый раз решила попробовать, и вот такие пятнышки у меня на футболках, также согласно инструкции, сейчас я все это замочила, нужно оставлять на час, но если честно, я уже через 15 минут достала посмотреть, увидела, что пятна отошли, поэтому даже не стала дольше держать, показываю вам, что все белое, отправляю просто сейчас в стиральную машинку, на обычный режим стирки поставлю, достану уже идеально чистые вещи. Пока первая стирка у меня стирается, белые вещи, я решила быстренько навести порядок в спальне, сделать влажную уборку, включить пылесос, чтобы он у меня и пропылесосил, и помыл, и полы помыл, ну и заодно кровать заправить. Вот только руки дошли, а пока постельное белье не меняю, думаю, сделаю это я на следующей неделе, чтобы сразу отправить в стирку и свое, и детское, и не копить его. На следующей неделе нужно мне еще выстирать наше покрывало, подушки, потому что дети дома были все каникулы, вот тут следы ягод и чего только нет, все запачкалось, поэтому нужно сначала мне будет застирать пятнышки, вот, а потом уже поставить стираться. Вот такие вещи, даже как покрывало, я предпочитаю, ну вот, например, пятна застирать. Я все-таки боюсь стирать покрывало, допустим, подушки декоративные при высокой температуре, чтобы сработал, допустим, пятновыводитель. Поэтому предварительно застирываю, вот, и все прекрасно, даже на низкой температуре потом отходит. Обязательно открываю окно во время уборки. В принципе, все разложила по местам, и теперь время влажной уборки.
Рассказывайте, готовы ли вы вообще к трудовым будням? Обычно я за время новогодних праздников настолько устаю отдыхать, что я уже жду не дождусь, когда же вернется режим, когда же все войдет в привычный ритм. Но не в этом году. Я как-то вообще была не готова, что завтра опять ранние подъемы, и все это каждый день. Привыкла вообще, избаловалась я за эти новогодние каникулы вставать и в 9 часов, и, мне кажется, какой-то день. Ну, наверное, это было 1 числа, я вставала и в 10. Вот, потому что поздно ложились, смотрели какие-то фильмы. В общем-то, сложновато, я так предполагаю, будет мне просыпаться в понедельник в 6 утра, готовить всем завтрак, собирать их. Ну, ничего, думаю, быстренько войдем в режим, главное потом ложиться пораньше. Как у вас? Вы уже соскучились или праздники пролетели незаметно? Я уже практически везде вытерла пыль, используя средства от Майны Либы, которые для детских комнат. Мне просто нравится аромат этого средства, то есть можно просто протирать влажной микрофибровой тряпочкой, и тоже все будет чисто, но вот нравится аромат, поэтому использую его с удовольствием. Ну и сейчас мне нужно почистить пылесос, вот намочить тряпочку, чтобы он помыл пол, очистить щетку. Я почему-то всегда это делаю перед уборкой, не сразу после, не знаю почему, вот, и сразу перед. Ну, возможно, что там ничего там не просыпалось, не насыпалось на чистый пол. В общем, сейчас включаю своего помощника, а дальше иду в гардеробную, пока он тут будет убираться. Убрала тут пуфики, стулья, чтобы не мешали. Нужно сейчас еще вынести корзину с мусором, вставить новый мусорный пакет. Выношу это в коридор. Ну, как пойдем на улицу, выкинем. А я иду в гардеробную, нужно там сейчас навести порядок, вот разложить вещи и плюс подготовить следующую стирку. Вот, в принципе, в гардеробной у меня порядок, и вот как ни странно, беспорядок оказался в вещах мужа. Обычно это детские вещи, вот, приводит нашу гардеробную в состояние просто хаоса. А в этот раз вот так, в общем, навожу порядок на его полочках, все аккуратненько складываю, достаю белье, которое у меня пойдет следующее в стирку, и, собственно говоря, все. Ну и последнее на сегодня – это спланировать меню и составить список дел на следующую неделю. Поделюсь с вами сейчас скриншотами. Вот, можете поставить на паузу, посмотреть, почитать. Огромнейшее спасибо, что провели этот день вместе со мной. Надеюсь, вы отдохнули, готовы вместе со мной к мотивации. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Но мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!